Добрая хозяйка взяла свою метлу и вымела из кухни дерущихся котят. Не ставишь же при этом, кто прав, кто виноват. А дело было ночью, зимою в январе. Да маленький котенка озябли во дворе. Но жалилась хозяйка и отворила дверь. Ну что, спросила, не ссоритесь теперь? Поссорились в углу. Сердитая хозяйка взяла свою метлу и вымела из кухни дерущихся котят. Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. А дело было ночью, зимой в январе. Но маленький котенка озябли во дворе. Но жалилась хозяйка и отворила дверь. Ну что, она спросила, не ссорьтесь теперь!